Да, Ирина, здесь сегодня особенно многолюдно, но замечу, что на станции переливания крови донор есть всегда, каждый день приходит по 10, 15, 20 человек, а вот сегодня пришло не меньше 100, большинство молодежь, конечно, это студенты саратовских вузов. Хочу отметить, что эта акция по сбору крови проходит уже несколько лет подряд, это всероссийская акция, приурочена она к 14 февраля. Случилась авария, и два человека, двое знакомых сейчас находятся в реанимации, и мы для них, вот Союз добровольцев России, как бы помогаем, сдаем кровь. Каждый донор сегодня сдал от 300 до 450 миллилитров крови. Напомню, что процедура эта безвозмездная, хотя каждому человеку сегодня заплатили по 230 рублей. Но это так называемые меры социальной поддержки от государства. Нельзя сказать так, что нам не хватает людей, которые приходят в обычные дни. Запасы крови у нас достаточные, но этот запас должен пополняться постоянно. Это пропаганда донорства, безвозмездного донорства. Пропаганда помощи людям. Всего сегодня планируют собрать 45-50 литров крови. В ближайшие дни ее обработают, проверят на вирус, и уже на следующей неделе она поступит в больницу. Ну а каждому донору сегодня подарили вот такую вот капельку крови. Сувенир на память. Ирина. Сейчас.